Первый раз захожу на сервер, и тут рассвет. Это зеленый знак, понимаете? Это реально зеленый знак. Так плюс меня еще и заспавнило на речке. Что может быть прекраснее, чем вкусной, сочной тыковки? Это дом готовый или что? Это готовый домик для меня? Нет, там шкаф закрыт. Что-то какой-то антирейдовый бункер стоит. Hello, please don't kill me, man. I'm naked, I'm just spawned. This is your base? Эй, ты рыбачок, ёбаный. Ты чё ругаешься? Я только зашел, а ты уже орёшь на меня. Спокойно, полегче. Если ты меня убьешь, то меня, то тебя карма задушит. Не надо этого делать. Не делай этого. В этой игре есть карма. Не нарушай ее. Тебя сейчас мои рабы убьют. Не надо, не убивайте меня. За мной пошли. Пошли, раб, за мной. Он меня рабом называет. Мне кажется, он серьезно настроен. А куда ты меня ведешь? К другим рабам, таким же, как и ты. Если я тыкву надену, ничего страшного. Я просто не привык бегать лысым. Во-во-во, вот один раб, такой же, как и ты. А за что он меня стреляет? Скажи ему, чтобы он не стрелял. Да он кривой, да вы все стреляете. Раб. Я готов фармить на вас, не убивайте меня, пошли, алло. Пошли, раб. Пошли. Я тебя приведу, раб. Слушайте, а у вас есть карьерный рост? От раба там до какого-нибудь уже не раба. Алло, не подскажете, у вас есть карьерный рост? Нет, нет. И чтоб вы понимали, они расстреливали всех на своем пути. А меня хотели взять в рабство. Но я был как бы и не против узнать строение их дома. Заходи. Мне кажется, это какая-то ловушка. Ой, сюда, иди. Да, нельзя тебе. Живи тут вечно. Я его работодатель. Видишь, что он стоит, блядь, бегает там. Ему кроме Йоки ничего больше не доверяют. Отлично, дома. Можно наверх подняться? Пошли, за мной, раб. Да, раб, ай! За что? Я до сих пор не понимаю, за что они меня убили, но я решил заспавниться там же. А, попався, зритель без подписки. Мне было бы действительно приятно, если бы вы, мои любимые зрители, подписались на меня и поставили лайкос. Кстати, спасибо всем огромное за ваш активчик на прошлых роликах. Больше 10 тысяч лайков на каждом. Просто вы супер. Такими темпами до 200к нам реально осталось недалеко. А еще я всех добавляю на своей страничке ВК. Да, отправляй заявочку, там проходят розыгрыши. Это все, что я хотел сказать. Всем приятного просмотра. Спонсор сегодняшнего ролика – RustBet. Обязательно попробуй режим апгрейда и вводи промокод. С помощью него вы получите бесплатный кейс, который даст вам скин стоимостью до $20. Приятного просмотра! О, я снова здесь. Пойду к этому клану снова разговаривать с ними пытаться. О, так я придумал, как я с ними буду говорить. Я сейчас крафчу себе копья, и мы с ними поговорим по-мужски. Ой, они втроем на улице. Это плохо. Держи! Ну как так? Ну зачем ты закрыл? Дай хотя бы копье свое заберу. Окей, я сейчас пойду похаваю тыквы и буду следить за тобой. Твои-то дружки куда-то уплыли, да? Пока я воровал у них кукурузку на речке, я увидел то, что он побежал на нефтяночку. Ну а я в свою очередь побежал за ним. Ля, он вручную поплыл. Он поплыл вручную, я тогда за ним. Я ж не зря себе копья крафтил. Там еще справа какой-то тип стоит. Ну надеюсь, меня никто оттуда не убьет с вышки. А вот и он выплыл.
И сейчас, пока он будет фармить бочки, я попробую к нему поближе подплыть. Я надеюсь, он меня не заметит. Не отвлекайся, брат. О, блин! Он меня заметил. И мне кажется, у меня проблемы. Ну, чувак, подожди, я сейчас выплыву к тебе. Иди сюда! На! Да, еще подходи, держи! Давай, Димас, он под водой! Есть! Изи! Изи, изи, кукурузка! Зачем ты лазишь? То есть, ты меня пытался убить, и я теперь должен тебя поднять? А вот фиг тебе. Так я не понял, а это что за акула за мной плывет? Вот так дело быстрее пойдет. Плывет ко мне сладенький. Иди ко мне, персик. Найс. Пидорас, беда тебя, текает. На, нах, твоя смерть приплыла, блядь. Ёп. Смерть, говоришь, приплыла? Ах, хорошо как. Ё-моё, у меня больше нет ласт. Это проблема. О, меч, блин, как бы он мне пригодился на том файте. Короче, у меня есть идея. Там же может что-то лежать. Походу тут все под ноль пролутано. Ух ты. Я понял, это только что кто-то отсюда уплыл. Ну тогда и я поплыл отсюда. О, так это домик для меня стоит. Что-то я, походу, немного не подрасчитал свои возможности, как бы. Хотя нет, нормально. Кидаем себе спальник. И надо загнать лодку. Ну вот, как бы дом готов. Отличный дом, я считаю, в принципе. И пока я строил свой первый домик и занимался пиратством, ко мне заходил тиммейт, который стоял в очереди. Так это твоя гаражка? Нет. Слушай, тут дохуя лодок открытых. Мы тут еды, Димас. Подожди. Ты? Да, да. Тут шкаф открыт? Не, смотри. Да, да, да. Чё, чувак, да. Смотри. Чувак, нам не хватило чуть-чуть хп. Сколько? 15. У меня есть 41 картечь.
41 картечь? Да. Давай. На. У тебя ёлка есть? Да, конечно. А откуда? С лодки. Откуда? Было. На. Не понял. Тебе надо еще 80 еды. О! Неплохо. Лодки забирать будем-то? Все нормально. Ограбление порта. Молодой человек. Я знаю челиков, у которых всего одна гаражка. И они выходят через крышу стабильно, понимаешь? Исход моих мыслей. Они живут прямо на речке, на Е7. А, я видел, там файт дикий был. Пойдем их крысить? Мне кажется, они с антирадами, они с антирадами выходят. Я видел, они в топ уходили. Я в антирадах видел. Он в воду упал, дым. Можно попробовать, но у нас нет баллонов. Вот он, тип в топ-гире, топ-гир. Вижу. Он нас увидел. Он голый. Я не попал. Один раз бы попал, мы бы его уже убили. А, забей. Забей. Я хотел взять лодку и попробовать залутать вертолет, но у нас под хатой сидели лучники. Забило? У них дом где-то недалеко. Я нашел, что они долбили. Ты думаешь, что там что-то есть? Нет, там только кровати, чел, там больше ничего нет. Что они долбили, я не понимаю, зачем. Как думаешь, они залутали верт? Мне кажется, не знаю. Попробуем с двухой на Oil Rig. Кстати, его чистят. Кубик предложил отличную идею. Ой, Урик, который стоял возле нас, постоянно чистили, и я мог туда проникнуть с двушечкой. У нас не было топлива, поэтому нам нужно было поискать животных. Блин, он своего забирает. За нами идут. О, как рядовой за машиной. У него ревик, слышишь? Не, да, давай. Я чуть дальше пошел. Дал хит. Один минус. Убил. По-моему, я вижу... Нет, не вижу. Да, тут никого нет уже 1000 лет. Тихо. Yes. Hello. Из надвалки. Ты убил? Ты же убил, да? Да. Че у него? Огнемет. Есть. СМГ-ха. Хилки, антирад. Плюс СМГ. Там есть вторая лодка, ты можешь сюда приплыть. Они сюда не плывут, они ждут спавна. Они стоят далеко, понял? В квадрате стоят. Если они ждут спавна, я могу, в принципе, лечь в другом месте, да? Они придут лутать, ты скажешь, что ящик появился, я сяду и буду ждать типов. Ну, давай. Для тех, кто не шарит, когда ты выходишь из этой игры на нефтянке, может заспавниться крейт, который можно будет подлутать.
По мне босс стреляет. Спящего. Сейчас будет зачистка. Походу мне жопа. Почему? Ощущение такое, что челики с воды смотрят на меня. Они не на меня смотрят, они по коптеру стреляют. Да-да-да, они меня увидели. Я откис, походу. Я жив. Чувак, я выжил на 5 хп. Ого. Я могу дождаться момента, когда они сядут на коптер конкретно, слышишь? И будут взлетать. Я могу убить прямо сейчас типов. Я готов. Минус 2. Серьезно? Да. Ты заберешь мина? Коптеры? Разрывные тут болтовки, тут все. О-о-о! Хае-гранатки! Я лечу. У меня везде типы. Быстрее сюда. Не-не, просто залетай и поехали отсюда. А... Только нет, спасибо. Нам нужно все залутать там. Ой, блин. Прикол, сейчас падаю. Летим! Еще один! Еще один! Сосед клана этого. Он еще отдельно был. Плохо, неплохо. Будем надеяться на калаш. А есть патроны в пятерке? Да. Блин, чувак, чувак, какое же говно выпало. Ледоруб, СМГ, 4 микросхемы и изучение насоса. Нам до аутпоста лететь. У меня 20 микросхем. Почему я сказал, надо лететь до аутпоста? Потому что, когда я лежал на нефтянке и пытался забрать шмот, кубик потерял наш дом. Угу. У меня есть шкаф и 1000 дерева, и 800 камней. Тебе нужно металла купить для спойлера хотя бы. Ты сейчас купишь же. Там когда бы. Я не даю им сесть, типа жару. Смотри, дом какой. Не, фигня. Нет, вы не здесь, Дим. А где? Мы же ходили возле клана. Давай тут где-то в лесу построимся и коптер спрячем. Если что, можно прям врываться, если ты прям не уверен, то что мы вывезем. Я с граника их раскидаю. Чё, зря граник, что ли, выбили? Наперед можешь меня высадить на нос, слышишь? Уверен? Ну, мне кажется, там будет удобнее. На нос кидай. Не, на крышу этих кидай. На крышу? Улетай, 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 я сейчас сдохну, улетай. Разворачивайся. У тебя по ХП нормально? У меня сколько? На крышу мне тогда скидывай. Я чуть не откис. Минус один. Я жив. Видишь кого-то? Коптер! У них мало хп. Я ухожу на хил.
Он высадил одного. Прям впереди, вправо, по правой палубе. Он же, у него патроны кончились. Убил. Нет, не убил. Так, принимайте. Хорошо. Еще один где? Не вижу. Убил. Всех убил? Третьего убил. Мы можем, знаешь, какой мув сделать? Ну? Ты меня сейчас забираешь, мы улетаем, сейвим этот лут. И потом ты меня обратно скидываешь. Давай. Забирай меня. Поехали. Тебе нужно это сейвить в любом случае. Потом, если что, вернешься, топку еще возьмешь. Блин, только не... Ты умер. Ко мне корова летит, я сдох, кубик. Спасибо, кубик. Лут с карго засейвить у нас не получилось, так как кубик разбился на самом верху и меня убили клановые игроки. Но у нас по-прежнему оставалась задача – выселить тех рабовладельцев. Беги сюда быстрее. У меня КД... Ты меня дай спальник мне в хате, пожалуйста. Я тебе отдал, но там КД. У него сишки. Кидай, выкидывай. Тихо. Беги. Я выбежал. По мне стреляют. Минус еще один. Угу. Там на крыше один, в окне. Убил его. Типа в углу, в правом углу убил. Как мне сделать так, чтобы я мог его потом залутать? С левой стороны. Залутал. Я не знаю, как отсюда убегать, только под лап. Вместе. Где, можно вот так прямо. Я ему голову дал. Он хилиться будет. Пойдем прямо. Ты умер? Не. Сверху. Меня убили. Прибежишь? Я выкинул сишки. Я их не задиспавнил, я просто выкинул. По мне стреляют со всех сторон. Идет, лутает, дай хил, дал ему хил. Лутает. Ага. Убил. Дал хит ему. По тебе? Да. Ты жив? Да. Убил его. Поехали, я знаю, кого мы можем бахнуть. Дом, который я тебе говорил, помнишь? А, да. Я знаю, где шкаф у них. У нас было 3 сишки, и я знал, куда я мог их потратить. На тех типов, которые хотели взять меня в рабство. Сразу в шкаф бахаем. Блин, было бы 4 сишки, мы бы этот дом бахнули. Но я потратил одну сишку, чтобы выбраться оттуда. С той территории. Там не было времени думать, короче. Там было страшно, да? Да, меня бы они запинали и забрали сишки обратно. Я решил бахнуть стенку и выйти оттуда. Короче, вот их дом. Они меня хотели в рабство взять, прикинь, на старте. Ты же понимаешь, что сейчас будет? Понял, куда взрывать? Да. Смотри, получается. Вот идет дверь. Смотри. Вот она. Вот. Вот тут квадрат, а вот тут шкаф.
Ну давай. Зря вы меня впустили в дом. Там, кстати, клан большой живет. О, они все спят. А почему? Они что, все слили? А где все пушки? В шкафу что, есть? Фигня какая-то. Дерево. О, тут лес есть. Камень, целый ящик камня. Как мы это будем стакать домой относить? А может нам тут дом где-то отстроить? Давай реально вот так, смотри, заберем, короче, вот сюда выход. Вот это застроим, и это застроим. Все, наш дом. Ну давай. Тут и ящики есть, печки есть. Что нам еще надо? Тут клан есть, который мы можем попинать. О, я знаю, что я с них заберу. Черепа? Да, и поставим их где-нибудь на улице. Да, успокойся. Все, у меня есть черепа. Где железо? Нет, это не очень, не видно никак. Согласен вообще. Ну норм. Ну хавки у нас теперь надолго. Хватит. Плюс я хотел жить на речке, я хотел рыбку ловить изначально. Ты видишь мой ник? А, рыбак. Вот мы рыбку наловили уже, сочную, вкусную. Эх, знали бы они изначально, что брать в рабство меня, это было плохой идеей. И как только мы с ними расправились, мы побежали доставать клан и байтить их на рейд собственного дома. Зато тут всегда будет 100 хп на спавне, просто выбежал, похавал и все. Но я не боюсь этот клан, в принципе. Но у них типичный дом, реально типикал. Они там, их много, они с базукой. Выходят, не стреляй, не стреляй. Киляйся, кубик! Киляйся, не стреляй с ними, их шестеро! Я так посижу, короче. Я готов убить два человека. Не-не-не. Ля. Минус тип в антираде. Плюс питон. Интересно, они есть? У них выход на крышу есть? Да, по-моему, есть. Тут, кстати, бункер. Ко мне идет. С ревиком. На крыше, на крыше, на крыше, аккуратно. Убил одного. Офигенный дроп. У нас есть спас, мы можем пойти побайтить клан. Предлагайте скинуть капкан поставить. Отличная идея. Смотри, смотри! У него столько пушек, он выходит голый, слышишь? С композитным луком. Чел с калашом вышел. Вышел? Да. Бегу обратно. Я на капканы наступил. Меня убили. Идет, идет, идет. Подлутать сможешь? У тебя есть молстэш, слышишь, ты можешь спрятать. Есть что-то? СМГ моя. Давай, я буду спину их. Под камень, под камень. Байтить эту клонину у нас получалось успешно. Мы даже смогли у них отжать карго. Лодка, Дима, лодка. Калашисты. Я бегу наверх. Я чуть не сдох. У меня хп нет. Прыгай, утай тогда их. Дима, надо... Я умру, Дима, я умру. Дим, нужна топовая. Я лечу. Я умру, у меня есть калаш. Блин. По тебе, что ли, стреляют? Да. Садись, садись, садись. Поехали, поехали. Три топ-нагрудника. Три топ-нагрудника.
Чувак, это очень годно. Трубы можно все перерабатывать. Сейчас я тоже закину. What? Смотри, как всплыл. Ну а скраб нам был действительно нужен. Нашей целью было изучить все самое ценное до того, как нас зарейдят. И после этого мы вышли с сервера. Зайдя на следующий день, я увидел то, что у меня больше нету спальника в доме. Странно то, что я заспавнился, а дома у меня уже нет. Это реально странно. Где мой спальник? Я так полагаю, зарейдили не только меня, да? Horny to get online. Ха. Их заонлайнили, их вынесли в онлайне? Серьезно? Но я почему-то уверен, что эти типы израидели мой дом. Там, кстати, турели стоят. Там стоят шкафы, турели. Прощайте, как бы. Зарейдили мой дом, теперь вот. Теперь вы без дома. Да уж, мой домик на речке, походу, уже давно бахнули, потому что он просто исчез с этой карты. Нормально я поспал. Один день стоило не зайти, все, хаты нет. Зато какое же тут спокойствие теперь. Нет клонины на воде. Моего дома нет. И в принципе тут больше убивать-то некому. Хм. Ну и если вам понравился ролик, не забывайте подписываться на канал. Ваша поддержка очень для меня важна. Всем спасибо за просмотр, всем пока. И не забывайте добавляться ко мне в ВК. Drawback, my mistake took its toll.